что, пошли брать уроки фехтования? Hey, Pip, do you want to learn something? No. Интересно, как там что будет. Столько механик в игре таких глобальных. Столько всего запомнить надо. Прям как, даже больше, чем в Skyrim, наверное. Или больше, Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Except mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. А где это обычное место? Ну, в общем-то, показано. Мы можем, в общем-то, просто за ним пойти. Я тут, конечно, не все дома облазил, можно было бы поворовать. Но... ну, ладно. Может быть, даже еще какие-то квесты можно было взять. Надеюсь, тут еще можно будет взять. Или, по крайней мере, на этом уроке фехтования все не заканчивается. Кстати, я размытие убрал в движении, и если вы смотрели мои прошлые ролики, напишите, что думаете по этому поводу. Да, еще я снизил качество теней на низкое, потому что, ну, я не особо слежу за тенями, в принципе, меня устраивает те, кто какими они стали. Вполне нормально. Ты узнал, где Ристалищ. Ну что? So, can we get started? We can. Good. And since today is the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Alright, alright. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Направление выбирается с этой штучкой, да? А что-то, что-то он не бьет. А, все, вот бьет. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Колющий. Колющий на правую кнопку мыши. Ну вот. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Несколько. Так, читаем. Золотой просто связку ударов по одной зоне. Старайтесь нажать сразу же, как только у вас меньше ударит по противнику. Нужно успеть сделать между ударом противника и окончанием. О, получилось. Нет, не получилось. Получилось вроде, или нет? Опять получилось. Почему-то, если я с колющего начинаю, не получается. Ну-ка, давайте с колющего. О, получилось с колющего, когда начали. Ладно, хватит. Не знаю, кто я, устал, я хочу пить. Запомни, не лезь тренироваться, без этого никогда не стать настоящим мастером. Окей.
You have to work and work. Нужно работать и работать. And the main thing is to use what you've learned. Забывать использовать то, чему научился на следующем бою. Вернее, нет ничего лучше, что дикацию в кузне. Ну, что я могу сказать? Получил я боевой опыт. Если вы только это хотели посмотреть, то с фехтованием, наверное, все. Но я сейчас хочу немножко по городу пробежаться, прежде чем к отцу идти. Посмотреть, собственно, что тут вообще. Может, я что-то упустил. Люблю исследовать, знаете ли. Если вы тоже любите, то подождите. А это частная собственность, типа я... А, да. Если я не могу поговорить. Получается, сюда зайду, типа, в сторону. What is it? Ты помылся в воде как смог. Мой воде ты чище не станешь, тебе нужно посетить баню. Так, это я сюда тоже не могу вскрыть замок, но да, это злом же будет. Не хочу я рисковать, мне укропило. Что я ее типа из нее потом припарки сделать? Вроде да. Получен новый уровень травничества. А, то есть тут то, чем занимаешься, собственно, то у тебя и качается. Интересно, если бегать просто до посинения, то выносливость станет как у, не знаю, кого или что. Так, извиняюсь, минуту. Так, я здесь. Этот топор взять нельзя. Ну давайте прокачаем травничество, тем более на халяву, неизвестно, когда еще потом будет такая возможность. Ну-ка, отследить, как быстро-то это все прокачивается. Где травничество? Живучесть? Где оно? А, вот наши навыки. Незаметность. Вскрытие замков. Вот, травничество. Лошадиная мята, что-то еще. Так, вот давайте, короче, вот оно здесь. А какой тут максимальный уровень, интересно? Напишите в комментах, если знаете. Какой тут максимальный уровень навыка? И не теряется ли он, если его долго не использовать? Но я надеюсь, что не теряется, иначе это уж слишком. О, я получил еще один уровень травничества. Мне нравится. И крутая игра, еще круто то, что здесь нет уровня сложности, то есть с одной стороны получается сложно. Кстати, этот чувак меня не научил блокировать. Я вроде что-то помню по блокам, но, честно говоря, не прям, не слишком сильно я помню. Ну-ка, скрытое передвижение бы вкачать. Но это, я так чувствую, можно тут часами качаться. Или днями даже. Ну-ка, третий уровень я получу. Да, получим третий уровень. Ладно, оставлю на потом еще. Я думаю, тут много где можно будет крапивы и прокачивать. Давайте посмотрим дальше, что тут есть еще.
курица. Что с ним можно? Что-то крапива. Нет, не крапива, курица. Good health to you, Henry. Здоровья, здоровья, здоровья. С ним здесь не поговорить? Нет, вроде. Вилла нельзя взять. Можно сюда зайти, но я не хочу с ними отношения портить, друг. Это частная собственность. Какие-то алкаши тут сидят. Углежок. Гайвел, ну-ка. Если нужно уголь, поговори с моим помощником, он сейчас занят. Окей, окей. Туда я тоже, так понимаю, не стоит мне идти, а то отношения испорчу. Сложный замок. Ну, в торгаше я пока ничего не буду смотреть, у меня денег нет в любом случае. Это что? Шнапс, шнапс. Ну, вот она что-то торгует, типа. Интересно, у меня выносливость так качается. Выходить отсюда пока нельзя, да? Ну-ка, я полностью выложился, может так выносливо быстрее вкачивается. What is it? Я могу? Нет. Еще куча крапивы, что ли, да? Нет, не могу выйти, не выпускают. Или войти, не важно. Это что? Это есть? Be a bit more careful. How did things end up at the Deutsches? His whole house is covered in shit. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Jesus, look where you're going. Ну, вроде бы с ними все, диалог ведь. Я посмотрю, вроде бы там ничего нету, но знаете, чтобы убедиться. Пасхалка, тоже знаю. Так. Ладно, давайте тогда... В
Выдыхается вообще дыхалка, нет. Дыхалка. Ладно, давайте на этом видео пока все. То есть я изучил окрестности, побегал, хотя мало всего тут получилось насыщенного, но по крайней мере урок фехтования отдельным видео, я считаю. И небольшое изучение окрестностей. Все, продолжаем дальше выпускать мои выпуски. Спасибо за внимание. Если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки.